Всем доброго времени суток. В общем, начинается жизнь. У нас все пооткрывали. Я иду с тренировочки. Первый день у нас открылся спортзал. Я позанимался, побегал на дорожке, на орбитреке. В общем, на велике покрутил. И меня безумно радует, что сегодня пооткрывали магазины. Секонды открылись. Я по дороге, когда шел, решил заскочить и проверить, открыли ли секонд-хенды. И нормально все, представьте. Одежда висит, все четенько. Но я, наверное, схожу на ГД. Там секонд побольше, и выбор будет, соответственно, получше. Вот. Погодка тоже радует. Смотрю, люди в футболках ходят. Я тоже на курточку. Футболку одел, и все. Теплота, красота. Ух. И самое интересное. Сегодня ночью уже Пасха. Я, конечно же, скажу, посвящу ее. Вообще, я по этой теме могу сказать, что в церковь я хожу раз в год. Я считаю, что туда ходить не обязательно. Главное по жизни поступать правильно. И если Всевышний есть, то он как бы оценит. А то, что ты будешь ходить каждый день в церковь и, допустим, какую-то херню творить, то я думаю, это не поможет. Вот. А, кстати, интересно, а в траликах вообще можно уже ездить? Потому что поехал пустой. Ибо люди еще не привыкли. Вот, к этим видам транспорта. Вот, наконец-то можно пересесть на маршрутку, на тралик. Потому как я бензо накатал просто немерено за вот этот вот карантин. Как таксист, туда-сюда, постоянно надо куда-то поехать. Вот, блин, шнурок развязался. Ненавижу. Эти шнурки, они тупо с какого-то материала непонятного, вот. Они всегда развязываются. Вот завяжешь, и через 30 метров они опять развяжутся. Гляньте, с кем я встретился. Всем привет. Короче, мы идем делать закупочки на секонд. Все, пошли? Так, маску надо одеть, а без маски не пустят. Ты что себе брать будешь? Да я не знаю, просто интересно. Пошли. Что-то закрыли один вход? Что там по цене сегодня? Ага. Ого, сегодня вообще круто. Сегодня завоз или что? Не, сегодня суббота. Сегодня 59 гривен всего лишь. Короче, самый дешевый день, можно сказать. А, это новый день. Да, это... Это типа подделки, понял? Поняла? Да. Вот. Ну вот. Пошли посмотрим нормальный, да. Ребята, на синий полоски, да не до третьего дня. До скольки? До третьего, приводите провал. А сейчас тут. О, так у нас осталось 4 минуты. Угу. Что? Шо? Не вижу смысла смотреть. Что, сейчас успеем. Они закрываются, да? Конечно, мы не успеем еще не померить. Ну да. Как-то я не вижу. Не фартануло. Это новый завоз будет. Ну, значит, пошли на ГД. Ну, пошли. Не судьба нам сегодня эту закупочку делать, да? А вот мы сюда сегодня коротко делаем. Маскарси. Короче, мы спускаемся в метрополитен. Вот, сейчас проверим, работает ли он. Не ездил уже на нем очень давно. Раньше здесь стояли Национальная гвардия и полиция на входе постоянно. Сейчас вижу свободно, и этот вход был закрыт. Все ходили через тот, через другой. Ну, наверное, экономия, чтобы сотрудников много не завлекать. Давай глянем. Работает. Для всех, походу для всех. Одеваем масочки и погнали. Все. Смотри, без каких-либо проблем.
У тебя есть? Карточка обычная, я еще не пополнилась. Ага. А я тут хожу. Обязали. Что? Наш? Обязали. Бегом, 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 Сань. Давай, короче, вот сюда вот на зацеп. А, не залезешь. Если бы не успели, поехала на зацепе. Либо между вагонами. Что ты рассказываешь? Не? У тебя этот глаз запотел. Потому что я пишу. Ну что, как вам на метро поездочка? Блин, вообще в Киеве это самый удобный вид транспорта. Без пробок. Можно доехать в любую точку, по сути. Ого! Ты посмотри, какие там эти поставили. Новые шлагбаумы, чтобы халявщики не перепрыгивали. Хотя, мне кажется, и там можно перепрыгнуть, если захотеть. О! Современные технологии. Все. Бизнес пошел полным ходом. Да, все разложились. Главное, чтобы после Пасхи опять люди не заболели и поднялся вот этот вот кипиш. Поднялся уровень заболеваемости, да? А то все опять закроют. У нас прям сегодня праздник. Всего человечества, да. На second deal. Да нет, типа свобода, что все продается. Все торговый центр, прям так работает. Да. У нас есть корзинка? Есть. Это мне мама говорила, что если что, она может дать. Ну, вроде есть, там, на холодильник. Должно хватить. Так, ну что? А почем вообще? Не, давай хоть узнаем. Не хочешь? Ну ладно. Как будут напаривать. О, смотри, Пасхи. Колбаски, да. Работает это? А что ж не работает? Конечно, работает. Еще как работает? Где? Так, зайдем сейчас на богатый секонд. Да. Есть тут одна проверенная точка. Вот. И потом дальше пойдем. Во. Ну да, это такая дорогая точка. Посмотрим, что тут есть. Интересное. Так, так, так. Мне? Да немного чего нужно. Надо смотреть. Кепки. Привет. Как дела? Хорошо. Здравствуйте. Это кепки? Да. А новые за вас или старые? Новые. Да. А почем? Короче, надо смотреть. Все, ребят, можете нас поздравить. Мы не с пустыми руками. Я как раз я хотела светлые. Такие, типа, ну, да, покажи, что у тебя. Соня взяла Adidas. Да, вот они такие, типа, беленькие, классические. Правда, угу. Пачкаться будут. Так, я взял себе футболку. Давай, отойдем. Давай тут покажи. Нам сейчас курагу. Показывай. Футболка. Да, Under Armour, правильно? Да, Under Armour. Угу. Короче, мне эта фирма очень нравится, она очень удобная. Вот я ее сразу одел, и все, понял, что мое. И Фила. Вот такие вот кроссовки Фила, да. Короче, я надеюсь, они разносятся. Я одел вроде бы нога так впритык, но они очень комфортные. Я думаю, что раздадутся, да? Вот. Абсолютно новые. Половину дешевле, чем в магазе брать. Орих. Оригинал, да? Я тоже орих. Там есть штрих-коды, можно типа проверить. Да, можно просканировать. Так что все, мы с закупочками. Юху. Ты рада? Да. Я тоже. Мы зашли в магазин, нам надо купить яйца белые, чтобы покрасить.
Что за таки Пасха? Вот, мне кажется, на коричневой сегодня акции. Ну да. Я тебе говорил? Что? Вон, посмотри. Коричневый по акции. А, есть, вон, смотри. Вот, тебе хватит? О, бедненький. Сколько нам? Сколько? 10? Ну, возьми с запасом. А у нас в Мастерсе есть еще обычные? Какие? Ну, коричневые. Ну, да. Еще нужно каркаде. Иди найди каркаде. А где оно? Там, где чай. Сейчас пойду поставлю. О, есть, вот оно. Пачки хватит? Хватит, да. И все. Твоя? Не-не. Три слона, каркаде. 15 гривен. Да? Что еще нам надо? Я хотела еще мороженое сейчас съесть. Угу. Ну, давай. Точно? Не знаю. Ну, у меня вообще часть горла болит. Гланда, так что я, наверное, не буду. Так, в общем, все, мы уже пришли домой. И это, я еще ходил подстричься, записывался в барбершоп. И я вам скажу, меня постригли за 10 минут. Это первый раз в жизни. Короче, стригся я у мастера высшего класса. И меня расстроил, короче, мастер, потому что он очень быстро абы как постриг, я пришел домой, куча антенн, на голове все торчит. В общем, лучше, конечно, чем было, но так себе. Вот. Знал бы, лучше бы сам себя постриг, потому как, если ты платишь деньги, то тебя должны обслуживать примерно час. Обычно стригут долго, когда хорошая прическа. А тут я посмотрел, много, короче, антенн торчит. Показал вам прическу, говорю, так вот можешь постричь? Не-не, вот так вот не подходит. Я говорю, тогда коротко. Ну и не коротко, и не так, как я хотел. Вот. Соня, как тебе моя прическа? Нормально. Вот, короче, варим яйца, потому что ж Пасха. Все дела. Ну и варим. И уже сварим. Ты хочешь сказать, они уже вареные? Да. Ага, ничего себе. О, гляньте. Эти вареные, я их буду просто разное время ставить. Так можно разными цветами. Какими? Ну, можно покрасить еще в луке. Можно, но я хочу все так покрасить, просто типа разное время они тут будут лежать, и они от этого будут немножко оттенки. Ага. Сейчас я эти уже буду доставать. О, вот, смотрите, у нас есть Пасхи. Все, открою. Домашний. Соня пекла. Вот такие вот, гляньте. Нормальные? А что не нормальные? Ну, да пахнет Пасхой. Ну да, ну, так нормально. Ну пахнет хорошо. Здесь все нормально. Интересно, какие внутри, но это уже завтра. Угу. Так, короче, оп, ну. Блин, не знаю, видно вам, не видно? Сейчас приближу. О, гляньте, видно. Вот такие вот антенны я отстригаю. Вот. Ну, я вам скажу одно, что я не пойду больше к тому мастеру. Рекламу ему делать не будем, потому что я не такой человек. Просто не пойду к нему стричься больше и все. Собака. Ты что, ты на меня кидаешься, ё-моё? Эй, Кася, ты на меня не кидайся, я тут причем. Собака. Собака. Козюня. Все, я не буду так больше. Чтобы меня кидалась. Козюня. В общем, мы, короче, сейчас пойдем погуляем. Выгуляем нашего добермана. Гулять. Кася, гулять. На улицу пойдешь? А? Да, нет. Быстро. Ну, говори нам, гулять пойдешь или нет? Туз, а ну-ка, признавайся. Говори подписчикам, пойдешь гулять или нет? Гулять, Кась. Да, нет? Да. Ау-ау. Короче, видите, ау-ау. Касюня хочет идти гулять. Хочет вовсю. Поэтому мы пойдем на нашего тузика выгуливать. Да? Пойдем? Вот.
И потом уже будем готовиться. Тихо! Тихо, не трогай его бумажку. И потом будем еще готовиться, пойдем еще в церковь. Ну, утром пойдем. Ты а можешь... службу на ночь? Ну, хочешь, я тебе сложу корзиночку, пойдешь, я не хочу. Как бы тащить слоную службу. Ну, посмотрим. В общем, сейчас мы пойдем прогуляемся, потому что Касюнька хочет свежим воздухом подышать, да и мы пройдемся. Поэтому встретимся чуть позже, ставьте лайки, пишите комментарии. Давайте, до встречи.